В этом году воздушно-десантным войскам России исполняется 88 лет. Торжественный прием бойцов ВДВ по традиции организовал участник боевых действий в Афганистане, основатель ветеранского афганского движения в Сочи, депутат законодательного собрания края Дмитрий Лебедев. Виновникам торжества сегодня вручили почетные грамоты, а гостям мероприятия, подрастающему поколению, дали урок истории. Вклад воздушно-десантных войск в защиту нашего Отечества неоценим. Это и Великая Отечественная война, это подвиги наших воинов в Афганистане, наших десантников, которые боролись с терроризмом, конечно, наши воины в Сирии. И поэтому на сегодняшнюю встречу приглашены в том числе и учащиеся средних школ, и молодая гвардия «Единой России», то есть те люди, которым придется через какое-то время выполнять свой воинский и гражданский долг. То есть это вопрос передачи боевого опыта и патриотических традиций. 2 августа в день ВДВ в Сочи состоятся митинги и возложение венков к памятникам, возведенных в память о погибших офицерах. Одно из центральных мероприятий пройдет в 10 часов у памятника воинам-интернационалистам на Цветном бульваре.